Их на гранатах и повреди следующую мишень. А-а-а, ну ладно. Так, пополнить боезапас. Так, гранаты. Г, что ли? Оп! Всё. Буквочка Г. Г. И что дальше? Что дальше? Эй-эй. Переключитесь на другого члена отряда. Пополните боезапас. Переключиться. Экс. Вай. Зет. Так. А тут? А тут там? Нет, тут исчез. Не понял. Так, чего быстрее? Shift. Быстрое нажатие. Прицельтесь и задержите дыхание, чтобы увеличить точность стрельбы. И уничтожьте отмеченную мишень. А мы ее, наверное, уничтожили уже. Да, ну ладно. Так, а если Z? Клик. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Что дальше? Обращайте внимание на здоровье ваших. Используйте аптечку, если вас ранит в бою. Кто ранит? Ага. Используйте. Птичку. Оп, оп, оп. Это у нас что? Т. Главное Т не нажать. Тра-та-та-та-та. Двое всего. Команда. Команда молодости нашей. Курс молодого бойца. Обучение управления танком. Доступно в меню игровых режимов. Хотите запустить его сейчас? Управление танком. Осколочно-фугасные, противоэхотные. Покиньте танк. И F. Покинув технику. Покинув технику F. Выйти. Оп. Ну ничего. Отремонтируйте сломавшуюся гусеницу. Зажмите для починки. Т. Зажмите для починки. Отремонтируйте. Сейчас у нас застрелит. Отремонтируйте. Зажмите Т. Нажмите для починки F использовать, вернитесь в танк. F. Так. Уничтожьте отмеченную мишень. Т.
пробить ему в переднюю часть корпуса. Это был осколочно-фугасный снаряд. Еще есть бронебойный противотанковый. А это осколочно-фугасный противопехотный. А еще пулемет. Калибр 7,62 мм. Пробелом можно стрелять из пулемета. А, пересядьте на место стрелка. Z. Нет, 2. 2. И чего? Места экипажа в танке дают различные преимущества в бою. Попадите по отмеченной мишени, покинуть технику. Теперь нам надо бронебойная. Бронебойная. Так. Думаем. Так, R. Не понял. Как переключить-то с осколочно-фугасной на бронебойные? Эй, переключитесь на бронебойные снаряды, Р. Я нажимал, Р, ни хрена. О, нет. О. Башню снести должно было. По моторчику. Ни хрена себе. По моторчику. Ох. По командирчику. Вот она, боевая кладка. Так. А я говорил. Ну что, мотор. Если у вас заканчиваются боеприпасы, их можно восстановить в специальных зонах перезарядки.
Проследуйте к отмеченной точке. Покинуть технику. Технику покинуть. Побежали, побежали, побежали. Ничего. Так, если у вас заканчиваются боеприпасы, их можно установить в специальной зоне. Ничего. Да, это конечно. Может, вместе с танком надо ехать. Зажмите для починки. Использовать. Войти. Так. Как здесь? Поменяться. Один. Вы прибыли на точку восполнения боеприпасов. Они уже восполнились. Вернитесь к стрельбищу. Так. Танки тоже имеют различную толщину брони. С разных сторон. Лобовая – самая крепкая. Найдите слабое место в броне, отмеченной мишени, и уничтожьте ее. Вот так вот. Полосочка зелененькая становится, если нашли эту штучку. Хреновую штучку, если нашли, то полосочка зеленеет. Во. Это. Пулеметное гнездо. Шмальнем. Во. Все. Пулеметное гнездо. Вот туда. Вот туда. Все вроде бы. Да. Что там у нас еще? Что? Что там? Что надо пополнять, что ли? Ага. И что туда? Ехать. А. Выпущенные снаряды летят по баллистической траектории. Другие.
отрегулируйте положение пушки так, чтобы маркер прицела оказался на мишени. Мишени. На какой мишени? Отрегулируйте положение пушки, чтобы маркер прицела оказался на мишени. Какой мишени? Какой там маркер? Ничего. Воспользуйтесь фугасными снарядами для поражения отмеченной группы пехотных мишеней. Покиньте Р. Р. Так, отмеченной группы. Воспользуйтесь пулеметом для поражения второй группы пехотной мишени. Пулемет Спейс. Воспользуйтесь пулеметом для поражения второй группы пехотной мишени. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем. До новых встреч в эфире!